Подготовочка, подготовочка. Не делать без предупреждения. Ну, давайте я пойду. Ну, все делать сообща. Ну, конечно. Все? Конечно. Волосы только не мочить. Договорились? Не, Людмила, я все будет нормально. Все, я тогда пойду готовиться. Мои волосы. Я тогда пойду готовиться, а вы тут помогаете. Сделаем, сделаем. Короче, по нашему плану, как и задумывали, правда? Ну что, мы отделение агитации и пропаганды правления ГАИ приняли вызов. Спасибо радио Гродно. Без них, наверное, может быть, мы и не решились на это. Скучно было бы жить без скучно них, да. Было бы жить. Вам привет, друзья, мы вас очень сильно любим. Ну что, Игорь, будем делать наши дела. Короче, нам будет крышка. Майка мокрая, все волосы, ну просила же. Где они? Ах, вот вы где я. Вот устраивай. Мальчики, вы где? А эта кобра ушла белая? И теперь, по традиции, мы объявляем вызов всем таксистам города, всем фирмам такси города. Вот так вот, как-то так. Готовьтесь. Готовьтесь. Пока.